Я готов продолжать. Пятый эпизод. Он последний, дальше нету ничего. Зов волка. В предыдущих сериях. Заранее скажу. Просто. Я имею в виду твои глаза и зубы. С тобой ведь все должно происходить. С тобой не должно такое происходить. Нет, этого я не смог избежать. Нет. Это сестра Холли, Лили. Я просто не понимаю, что делать Биг Би, если он... Если ему не безразлично, если ему не насрать. Вот почему ты не можешь мне ничего сказать. Дело в ленточке, не так ли? Все, блядь, дело в ленточке. Мы уничтожим дерево. Нет. И мы его уничтожили. Что ты за монстр? Что за ужасный, злой, мерзкий, извращенный ты монстр? Эй, ты же не собираешься отправить меня на ферму, не так ли? Слушай, может, некоторых и сошлют, но ты мой друг, Колин. Я бы с тобой так не поступил. О боже, Биг Би. Почему она целилась в Снежку? Теперь без шуток. Можешь жрать металл сколько влезет, но если еще одна серебряная пуля попадет в тебе, единственное место, где я тебя навещу, будет морг. Биг Би, постой. Когда ты доберешься до Крукетмена, не убивай его. Он должен предстать перед судом. Почему бы вам не присесть, шериф? Мы должны многое обсудить. И, собственно, с этого начинается. Что мы пришли к Крукетмену? Ща будет веселье, походу. Всю главу. Если, конечно, нам повезет. Но... Если нам не повезет, будет плохо. Но я надеюсь, нам хотя бы что-то расскажут. Опять этот Артём Безручкин. Там что-то было написано про командора Шепарда. Что? Эпизод 5. Зов волка. Ты проделал долгий путь. Ты должно быть устал. Логово Крукетмена. Ночь. Все мои слухи верны. Ты давно не отдыхал. Прошу, шериф, расслабьтесь на минуту, ладно? Хочешь выпить? Перекусить? Я здесь по одной причине. И это не твоя гребаная еда. Правда? Да. Ой! Ты что это делаешь? Он собирается, мистер Волк, наш гусь. И я твердо намерен сотрудничать. Так что не трать серебро. Сядь, Джерси. Ну, шериф, чего вам не рассказать, нам прояснить, для чего вы здесь? Хорошо, что я вижу некоторые детали, это классно. Мне кажется, я знаю, кто убийца. На самом деле. Ты уничтожаешь этот город, ты занимаешься этим годами. Уничтожаю этот город? Да что ты вообще имеешь в виду? А как, черт побери, ты думаешь? Рабство, похищение, вымогательство, убийство? Как бы ты назвал массовое развращение Фэблтауна?
Я бы назвал это безосновательным обвинением отчаянного шерифа. Как вы можете быть уверены, что это не какой-то заговор против меня? Ты прав насчет заговора. Вот только за этим стоишь ты. Мне не нужно предательство, Бигби. Я делаю все всегда открыто. Я могу понять данное замешательство. Я действительно сожалею о бедах, нанесенных вам. И я надеюсь, что вы верите мне, шериф, когда я говорю, что искренне хочу загладить свою вину. Недавнее убийство, получившее такое внимание в последнее время, неприятно говорить вам, что их совершил мой работник. Это очень печальная часть бизнеса, но я обещаю, что со мной что совсем разберусь. Внутренне. Верю, что все будет кончено. Печальная часть бизнеса? Ты прям сейчас скажешь мне, кто их убил? Шериф, я полностью уважаю вас и вашу работу. Я надеюсь, что вы это знаете. Но я просто не могу разглашать эту информацию. Вы, правда, не стоит беспокоиться. Как я и сказал, у меня все под контролем. Нет, я совсем разберусь. Прямо сейчас. А, правильно. Что это, по-твоему? Какие-то переговоры? Я здесь закон. Ты знаешь, кто это сделал. Скажи мне сейчас же. Нихуя я тебе не скажу. После того, что ты сделал, достаточно. Я надеялся, что этого не дойдет, но в интересах сохранения нашего союза. Если тебе интересно, это был Джорджи. Заебись. Все так просто оказалось. Я на него и подумал. Он когда Биг Би закурил, он тоже достал пачку, и у него пачка была такая же, как у Биг Би. Мы до этого видели, что сигареты... Мы нашли сигареты, которые как бы такие же, как у Биг Би, на месте преступления. Тем не менее, как я и сказал, я решу этот вопрос, если вы не возвращаете. Джорджи, ты получил то, зачем пришел, так что просто сядь сейчас же. Да, я убил их. Что с того? Ударим и его. Хули бы и нет. Убери от меня все руки. Послушайте, дело в том, что Джорджа, наверное, истолковал одно из моих указаний. Наверное, истолковал. Я хотел сделать все правильно. Итак, давайте кое-что обговорим. Что-то обговаривать, я под защитой, не так ли? Твоя защита имеет границы, и я думаю, что ты далеко зашел. То, что ты мог убить, так как ты, блядь, сказал мне сделать это. Зачем ты пытался обвинить меня в этом? Ты будешь молчать, пока мы обсуждаем, что делать с тобой. Чепуха все это. Вы просто позволите ему это сделать, да? Так что скажете, шериф? Можем обсудить условия. Забирайте Джорджа. Я заберу вас обоих. Я думаю, я заберу вас обоих. Ты не заберешь меня, уёбок. Ты что, блядь, за дерьмо? Ты мне сказал, что будешь нас прикрывать. За незначительные нарушения, за убийство. Просто иди с ним, Джорджи, или ты у нас всех угробишь. Люди, что с вами? Вы действительно хотите продать его просто так? Ты думаешь, мне плевать на одного из вас? С кем вы говорите, блядь? Вали нахуй отсюда. Я извиняюсь, шериф, но думаю, тебе лучше вам уйти. Я ни за что с ним не пойду. Шутишь, что ли? Вещи, происходящие здесь, не из приятных. Я бы советовал вам смотреть на это все. Вы можете пойти проследить к шлюхе на дне озера. Я срал на нее, но меня никуда не заберет. блядь, как... Подожди. Схватить Джорджа или Крокетмена? Схватить Крокетмена. У меня кончается терпение, Крокетмен. У меня нет времени возиться тут. Могло пройти все так бы гладко. Но тебе удается все усложнить. Честно говоря, я никогда не был хорошим посредником. Зачем обсуждать, когда можно просто решить? Мэри. Здорово. Веснушчатая. Веснушка, привет. Я пропустил что-то интересное. Ну, взгляни-ка на себя, как новенький. Бэм. Нихера себе.
А, ну давайте. Кто первый? Бэм! Нахуй отсюда. Держи. Тебе конец, волк. Пошли. У нас тут слишком много времени. Слишком много мы тут натворили. Был рад с тобой познакомиться, но я буду рад увидеть твои потроха. Опа, нахуй. О боже. Ну же, сюда. Иди туда нахер. Светильником меня ударить. Ты чё, сука? Попутал, что ли? Ох, веселье начинается. Давай, Джорджи. Черт. Я знаю, знаю. Хоба-хоба-хоба-хоба! Стоять! Черт! Упс! Нихера! Хоба! Ядритик, Шон пошел! Какое-то масштабное слишком Шенму. Это нормально, что он бегает вот так, в открытую. I want this pain! I want this man! Воу! Черт, блять, что это было? Да ладно, ты в соседней машине был? Лол. Ну откуда же я знал-то? Get down! Стряхни его, я не могу, она сказала, субтитры пропали почему-то. Ой, я что-то вышел. Да вы куда привезли-то? Куда приехали-то? Давай, ты уверен? Делай. Он и двигается, продолжай. Вообще без палева. Да вы серьезно? Он поехал в свой клуб? Серьезно? Он что, больной? Он не понимает, что это первое место, где его будут искать? Вот это бред какой-то, по-моему. Ну-ка, осмотрим машинку. Да, ну, все что ли? Я думал, еще что-то увидишь. Ну ладно. Так, подожди. Черт тебя дери. Давай. Metal Search, спокойной ночи. Oops, I did it again. Да. Добрый день.
Я просто так возьму и войду, потому что они не закрыли дверь. А зачем? Ну уже, мы не можем оставаться здесь. Я послушаю, постою. Потерпи, мне нужна минута. Окей. Можно было послушать. Да звуковая команда не работает. Блин. Привет, Бигби. Я надеялся, что ты прислушаешься к совету. Крукетмен, вот тот, кто тебе нужен. И, конечно, ты же слишком туп, чтобы понять, что... Заткнись. Пожалуйста, шериф. Достаточно сделаешь. Уйди с дороги, сейчас. Нет. Вывеска разбита. Это не его вина, он убийца. Фейт и Лили, это он виноват в их смерти. Слушай, я знаю, что он сделал много ошибок, мы все сделали. Что? Не заставляет их молчать при помощи проклятых ленточек, а затем убиваете их. Сама такую же носишь. Разве тебя это нисколько не беспокоит? Знать, что он убил, конечно, беспокоит. Эти девушки... Это все моя вина. Я не имел в виду. Ты что, собираешься бросить меня в лапы волку? Ты знаешь, что у меня не было никакого сраного выбора. Что за хуйня? Мне пришлось делать то, что я сделал. Ты не можешь винить меня в этом. Потом борюсь против тебя, пусть какой-то крукетмен мудозван решил, что больше ты ничего не стоишь. Ты не должен был ничего делать. Ну как же? Слушай, Фейт и остальные хотели сбежать от нас, заметая следы. Как ты сам понимаешь, Крукетмен не был от этого в восторге. Но само собой, Бойс не хотел марать руки. Так что он сказал мне позаботиться об этом. Ты думаешь, я не знаю, что это значит? Или я сделал то, что он говорит, или именно так со мной сведут счеты. Так я убил их. И сделаю это снова. Ты по-прежнему тот, кто пускал курок. Никто не держал тебя за руку, не заставлял довести дело до этого. Ладно, верь во что хочешь. Знаешь, ты уже все решил, и неважно, правда это или нет. Тогда давай, убей меня. Это не вернет Фейт или Лили, не освободит твою подружку Нарису, и я просто крайне на кого свалят всю вину. Похоже, очень легко быть тобой. Просто приходишь сюда, обвиняешь меня во всем дерьме. Работа сделана, да? Джоджи плохой парень, это все его блядская вина. Kiss the girl, не татуха. Там что-то стихотворение про Джорджа Поджи было, про Kiss the girl. Что мне, блядь, делать нужно было? Ты убил Фейт и Лили, обернул эти ебаные ленточки вокруг их шеи. В твоей власти было позволить им уйти, но ты не дал. Ты нихуя не знаешь, о чем говоришь. Если бы я их освободил... Что мне делать было? Убить их, Джорджа, не надо. Только я или Вивиан, ты скажи мне, если бы освободить их, она пришла... Че? Она... Если бы он освободил их, то умерла бы Вивиан? Ты думаешь, о чем ты говоришь? Все с нее началось. Девушка с ленточкой. Уверен, ты слышал истории. Серьезно. Girl with the ribbon. Это страшилка. Это тоже страшилка. Как там было-то, я забыл. Ну, блин, понятно, в этом и суть. Ленточку снимают, голова отваливается. Пиздец. Все так просто? Она использовала свою маленькую фиолетовую ленточку, чтобы их стало еще больше, заставить девушек молчать, гарантировать абсолютную конфиденциальность. Ты обещал, что не будешь. Вся эта магия связана с этой крошечной лентой. Ты убиваешь ее, вуаля, заклинание разрушено, они все свободны. Но знаешь, что случится с ней? То же самое, что случилось с Фэй. Так что не приходи и не говори, что я облажался. Какого черта, Джорджи? Должны друг за другом приглядывать. Ты не можешь меня винить. Как ты могла так поступить?
Я думал, ты заботился о них. Я заботилась. Конечно, заботилась. Ты должен понять, никто не должен был умереть. Когда мы создавали это место, была просто глупая идея. Диковинка, конфиденциальность. Наша гарантия. Так что это началось. Это должно было быть нашим местом. Только мы были бы главными, и никто бы не пытался контролировать или использовать нас. Так все планировалось. И потом появился Крокетмен, и все скатилось в дерьмо. Так что, ты понимаешь, почему я не мог просто... Если по-прежнему думаешь, что все охуеть как просто, тогда давай, действуй. Давай, убей ее. Что ты... Не буду я убивать. Я не собираюсь играть в игры Джорджа, я не убью ее. Не говори за мной как так, как будто меня здесь нету. Думаешь, это тяжело? Моя жизнь — это такой груз на твоей совести. Не дадите мне слова. Это моя жизнь. Ты права, это твоя жизнь. Я знаю, что я наделала. Подожди. Мне надоело, что все вокруг думают, что они могут просто делать со мной, что хотят. Я думал, что все будет по-другому. Но, блядь, никакой разницы нет. Вивиан, я не это имел в виду. Думаешь, что мне нравится быть такой? Что я сделала с Фейт и Лили? Со всеми? Вивиан, подожди. Я каждый день приходил смотреть на Гвен, Ганзу, глаза и делать вид, что ничего не происходит. Я должна забыть, что сделала с ним, забрала у них. Я смотрю на Нарису и ненавижу себя. Вивиан, я больше не могу Вивиан, нет, стой. Пока, Джорджи. Блять. Не-не-не-не-не-не-не. Пиздец. Я был прав. Значит, зачем тебе это нужно было делать, Вивиан? Господи. Вивиан, я не хотел. Я просто... Это не минус свидетеля, это плюс свидетеля. Потому что теперь все девахи могут говорить, которые у них были. Пай, пирожок. Ах, блять, вставай. Вставай. Не думаю, Бигби. О, кишки наружу. Класс. Можно я сам решу, что мне делать? Угу. Окей. Я здесь умру. Думаю, оба это понимаем. Просто сделай то же самое с Крокетменом, когда найдешь его. Отомсти за обоих, не волнуйся насчет Крокетмена. Старая литейная в реке. Хорошо? Металлургический завод Шепарда. Он будет там, тублюдок. Хочешь прикончить меня сейчас? Или ты планируешь меня в первую очередь попинать? Я не такой. Да, конечно. Давай без всякой херни, ладно? Мы оба знаем, как это должно закончиться. Просто сделай это по-быстрому. Не? Хуй там. Вот еще. Обойдешься. Пусть страдает. Посрать на него. Он убивал баб. Что? Просто меня оставишь здесь одного? Я пришлю кого-нибудь за твоим телом. За двумя. Иди нахуй. Кусок говна. Да. Когда она умирает,
То есть она снимает ленту с себя, Вивиан. Она умирает, остальные могут говорить теперь. Как они могли перевести сладкий пирог? Я не понимаю. Как можно было перевести пудинг and pie как сладкий пирог? Что, блядь, извините? Тут как минимум пудинг и пирог. Шепардские металлоконструкции, глубокая ночь. Он такой дерзкий, я пойду через этот вход. Прям вообще. Конечно. Ну давай. Надпись на табличке «Металлургический завод Шепарда». Так вот, куда они все отправляли. Ага. Скажите честно, вы меня там ждете? Бигби Волк. Большой страшный серый волк. Где ты, падаль? Вылезай. Есть разговор. Раньше ты был хоть чем-то. Ага, даже так. Это что такое? Хм. Интересно. Подожди, это... Хм. Тебя боялись. Они прятались везде, где только могли, и просунуть свои маленькие трясущиеся пальцы. Это то самое устройство пыток, которая ломает ноги, руки, т.д. Пройдем здесь? Да, проходим. Ну где ты, маленькая падла? Вылезай. Есть разговор. Да, блядь, куда ты идешь-то, ну? Влево же жму. Что это? Серебряные пули? Что ли? Серебро. Большой страшный серый волк. Бэм! Здорово. Наконец ты пришел. Сперва я должен был кое с чем разобраться. Маленький мальчишка на побегушках. Мило. А, Бигби. Как я вижу, ты цел и невредим. Прошу извинить, но у меня есть дела, которые не терпят отлагать. Составляю тебя в маленьких... В умелых руках моей сестенки. Найди меня, когда все закончится. Не волнуйся, это будет недолго. Уйди с дороги, живо. Не усугубляй. О, он не хочет играть. Я уверен, что ты его убедишь. Ударить ее. Настоящий мужчина. Бьет украдкой со спины. Твоя мама не учила тебя драться честно? Бей себя. Бей себя, в лоб себя. Давай. Где ты там? О, уже шерсть оброс. Прям веселье. Давай. Давай.
Не знаю, я почему-то туда нажал. Понять не имею почему. Это я иду? Вроде да. Бу! Я нажал В. Где ты? Покажись и сразись со мной. Воу! Дорогая, ты что-то слишком изменилась в нашей последней встрече. Нихера тебя раскосипорила. Ебать, ты страшная. Стеклами бить меня вздумала. Ну хорошо. Я увернулся, между прочим. Блин. Так, я уже большой волк. У него все время рубашка пропадает. Как только он становится таким. Ну как Халк. Той, которой ты была, ты мне больше нравится. Оу. 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 Нихера себе. Бабоньки. Бабоньки, это все ничего, 8 марта. Чего вас так много? Алло, хорош. Ну, понеслось. Ау. Мы не пропускаем КУТЕ в этой игре. Ни за что. Ты ж, блять, крутишься. Ну-ка иди сюда. Ай-яй-яй. Что-то мне подсказывает, что сейчас все будет очень плохо. Ой-ой. Да ладно. Я теперь Сив? Нихуя себе. Слышь. Охренеть. Жесть. Ой, жесть. Нахуй голову откуси. Нахуй. Ну чё, бабы? Давай. Это мне напоминает это Нео против не Смитов. Ты что делаешь? Ты дунул. Волк дунул. Волк дунул. Неплохой способ разобраться со всеми. Куда же ты, блядь, заморская? Ну-ка, стой. Давай. Какую кнопку? Дом у дороги.
По-моему, это победка. Похоже на то. Уж опустил, значит, я думал, скулить будет. Да не, слишком большой, чтоб скулить. Крокетмен, выходи. Есть разговор. Иди-ка сюда. Серебряная пуля, открытое достижение. Сюда серебряные пули. Ну чё, братан? Здравствуй, Бигби. Выглядишь усталым. Дай мне хоть одну вескую причину не вскрыть тебя прямо сейчас. В следующий раз я не промажу. Прежде чем ты сделаешь что-нибудь со мной, я должен заяснить пару вещей. Белоснежка хочет, чтобы ты вернул меня в Вудландс, не так ли? Правильно. Но что случится с тобой, однажды получит другую историю. Я еще не закончил. Ты вернешь меня живым. Слушай, все, что я хочу, возможность высказать свою защиту перед обществом. Я уверен, что мисс Снежка согласится, что я... Я хочу, чтобы был суд. Он хочет суд. Хочет всем мозги запудрить, небось, да? Целый город будет просить твоей казни. Почему ты хочешь, чтобы я вернул тебя туда? Почему тебе не беспокоиться? Почему тебе не дать мне беспокоиться об этом? Нам незачем вырезать друг другу глотки. Забавно, когда такое говорил парень, целившийся мне в голову. Это просто предосторожность. Уверен, ты понимаешь. Я не убийца, мистер Волк. Я не убивал тех женщин. Я думаю, ты знаешь об этом. Может быть, ты не делал этого, но я не думаю, что Джорджи лгал, когда ты приказал их убить. Джорджи сказал бы что угодно, чтобы спасти себя, мы оба это знаем. Я бизнесмен, а не киллер. Все еще есть многое, за что тебе придется ответить. И я отвечу, пока ты согласен на мои условия. Потому что я не скажу больше ни слова, пока не перестану перед сообществом. Я не хочу долго говорить о своей точке зрения. Если ты изменишь свое мнение и решишь сделать что-то глупое, ты не получишь ответов, но тебе будет трудно объясниться перед мисс Снежкой и остальными обитателями этого жалкого городишки. Ты часто действуешь безрассудно, и я боюсь, ты не думаешь, а... Позволь мне задать тебе беспристрастный вопрос. Ради чего ты это делаешь? Справедливость? I'm justice. И ради справедливости я шериф и должен делать то, что правильно. Два человека мертвы. И ты знаешь, кто это сделал? Джорджи. Он мертв, ведь так? Хочу сказать, что с убийцей разобрались. Ты победил. Ты правда считаешь, что я настолько глуп? Я понимаю, что вы обязаны меня привести, но можно немного скрасить. Все кончено. Хорошо, идем. Давай пистолет. Думаю, оставлю его при себе, если ты не возражаешь. Уверен, мисс Сноу будет довольна. Такой верный щеночек. Оу! Бэм! Что такое? Больно? Хочешь еще? Ты арестован. Ты предстаешь перед судом за свои деяния. А затем получишь свое наказание. Достижение, последняя сигарета. Комната ведьминого колодца, здание Вудланда. Рано утром. Субтитров, ты уверен, что он придет? Да, у него будет возможность. Он вернулся. Крокетмен.
Слава богу. Бьёк. Ты в порядке? Прошли часы. Волновались, что попал в беду в логово Крокетмена. Ничего, я в порядке. Думаю, бывало и хуже. Ты хорошо справился, шериф, я удивлена. Ну, не то чтобы ты раньше не справлялся, но ты понял. Я рада, что ты вернулся целый. Наконец-то ты пришел, а теперь скинь этого мудака в колодец. Да, чего ты ждешь? Ты убийца. Ты убил Лилию. Она была моей такой, ты, блядь, насчет веры, насчет фер, ты сделали все, чтобы ты... ты ебаный бандюган. Ебаный дерьмо, мудак, все. Попрошу вашего внимания. Спасибо, что пришли так быстро. Я знаю, что в общей ситуации мы бы запланировали официальное слушание, но учитывая обстоятельства, я подумал, что будет лучше сделать все как можно быстрее. Крокетмен обвиняется в убийстве Фейт и Веры. Как я уже проинформировал вашего шерифа, это был Джорджи Поджи, был тем, кто убил девушек. Это был Джорджи? Не хотел перебивать это. Джорджи их убил, но ты отдал приказ. Стоит ли мне объяснять всю ситуацию? Погоди-ка, так ты говоришь, что Джорджи есть тот сучара, который убил мою сестру? Ну и где он? Придешь этого говнюка сюда. Да, шериф, где сейчас гнилой мерзавец? Не он стоял за всем этим. Джорджи только стал жертвой этого психопата. Мы его втянули в все это, и теперь он мертв. Он что? Мертв? Как вы видите, подсудимый наказан. Нет необходимости в этом. Это ничего не меняет. Мы разберемся с ним позже, но прямо сейчас меня интересуешь ты. Ты приказал пустить курок. Джорджи совершенно ясно сделал это. В этом случае за многое тебе придется ответить. Мне сказали, что я смогу высказаться. Нам нужно послушать остальные обвинения. Какие обвинения? Да, и закончить. А затем можешь высказаться. Понял? Если вы настаиваете. Вы обвиняете в убийстве Фейт и Лилии, которую совершил Джорджи по вашему приказу. Подстерегательство к насилию против различных членов Фейблтауна, в том числе покушение на убийство шерифа Бигби и Волка. Дважды. Недоразумение. В пособничестве финансированной принудительной проституции в клубе «Сладкий десерт». Кроме того, вы обвиняетесь в многочисленных случаях мошенничества, вымогательства рэкета, незаконного хранения и продажи магических, видимо, препаратов. Артефактов. И за то, что он надменный хуй. Итак, что вы хотели сказать? Во-первых, я ничего не делал с Фейт и Лили. Так что можете вычеркнуть это из пункта своей маленькой... Чушь! Ты несешь чушь. Я знаю, ты ответственен за это, а ты был за всем этим с самого начала, так что хватит нести херню. Мы все знаем, кто ты. Мы знаем, что ты сделал. Сдавайся уже. Крокетмен совершил преступление против правительства, что более важно, против граждан. Те доказательства, если они подтвердятся, достаточно для того, до смерти. Поэтому твое тело будет сброшено в ведьмин колодец. Туда ему и надо. Давай закончим с этим. Но мы обещали дать ему высказаться. И я не заберу у тебя этого про... Какого хуя, что? Все дело в правосудии. Если мы собираемся разобраться с проблемой, что-то сделать из этого города, то нам нужно делать все правильно. Никаких больше поспешных суждений, никаких секретов, мы будем справедливо относиться к каждому, даже если он не заслужит этого. Это смешно. Ридикулус. Ридикулус. Вам слово. Спасибо, мисс Снежка. А вы все встречались с Джорджи. Мне не нужно говорить, каким человеком он был. Он был полным мерзавцем, лишенным всякой морали. Я нанял его в качестве одолжения его семьи. Понимаете, обещание, данное умирающей матери. Да ты что, собираешься к сути или нет?
Да, Джорджи работал на меня, но он не действовал под моего имени, когда убивал тех девушек. Это был его бизнес, и по какой-то причине... И по какой-то я уверен, ясной лишь ему одному причине, он убил двух своих самых преданных сотрудниц. Джорджи выглядел довольно убежденным, что имел в виду, не имел голоса в этой ситуации, явно. Я бы никогда это не разрешил бы этого сделать. Кто-нибудь из вас действительно верит в эту херню? Холли, прошу. Скажи им, Бигби, когда ты наконец появился у двери прошлой ночью, разве я не пытался тебе помочь? Я ответил. О чем он говорит? Сотрудничает не то слово, которое я бы хотел использовать. Мой товарищ, это другое дело. Я извиняюсь за затруднение положения, в которое попали. Иногда они перегибают палку, это правда, но они верны мне до конца. Они делают это потому, что они хотят защитить меня, как я защитил их. Ты же понимаешь, желание защитить то, что тебе дорого, правда? Ты сделаешь все, что угодно. Вы можете обвинить невинного человека. Так, подожди. Толпа обдумывает точку зрения Крукетмена? Схуяли. Они не хотели тебя защитить. Да, правильно, они не делали этого, потому что они не хотели защитить. Ты запугал людей, используя тактику устрашения. Они боялись, что они не выполнят приказ, а в итоге умрут. Позвольте объяснить. Мои работники просто наемники. Я вижу некоторые из них здесь, среди нас. Они не рабы. Они самостоятельно принимают решения, как Джорджи. Ты не серьезно ведь, да? Я знаю, что ты делаешь с людьми. Я сам видел, что ты сделал с Верой, с Фейт. Как и манипулировал. Ты правда думаешь, что те девушки были свободны? Правда думаешь, что Фейт хотела... Прости меня, Лоуренс, прости за то, что твоя жена обратилась ко мне за помощью, и мне жаль, что я решил дать ей такую неприличную работу. Правильно, вы давали им займы, которые не могли выплатить. Да. Это то, что ты с нами сделал. Удержал нас в ежовых рукавицах. Не забывайте, но я поставил вас в такое положение. Вы все думаете, я какой-то тиран. Когда ваше правительство оставило вас, бросило бедных беззащитных, хнычущих на уличные углам, я пришел и помог вам. Это был Крейн на самом деле. Он нам ничего не давал решать. Крейн был тем, кто превратил этих людей в ебучих псов, теперь которые в твоем кармане, помнишь, правда? А что насчет тетушки Гринлиф? Ее история вполне обычная. Она оставила все, что у нее было в родных землях, все, что имело значение, так или иначе. Когда было некому обратиться, она отправилась ко мне. И что я сделал для тебя? Ты вернул мое дерево. Я вернул ее дерево назад. В ответ мы использовали ее магии, чтобы помогать бедных, сказанием получить чары. Благодаря моей помощи ей было на что жить, обеспечивать себя. И что они сделали? Они сожгли мое дерево дотла. Что? Ты сжег его? Снежка хотела уничтожить дерево, поэтому я уничтожил, верно? Да, потому что она помогла Крейну и Крукетмену. Вы бы хотели продолжать это? Какой у меня был выбор? Да, была не ее вина. Ты можешь обманывать себя, но у меня-то ты не обманешь. Ты ненавидел Крейна, ненавидел его за то, что он хотел выебать тебя. И ты была слишком глупа, чтобы понять, что он сделал это ради... Это не связано никак с Крукетменом. Иногда ошибаемся. Я совершил несколько ошибок. Но поверьте мне, я действительно хочу сделать лучше для города. Это может быть незаметно сразу. Но я вас очень сильно... Я позаботился о том, чтобы меня никто никуда не сбросил, потому что я сжег дерево, потому что она мне приказала, я не при делах. Я простой работник. Я о вас сильно забочусь. Так же поступил шериф. Да, точняк. Я обещаю, будем зачитывать ваши интересы. Раньше не все было прекрасно, теперь мы сделаем все, чтобы защитить вас от таких, как он.
Крокетмен эксплуатирует вас, эксплуатирует вашу надежду на лучшую жизнь. Вы пошли с ним, за ним, к нему за помощью. И он укрепляет свои силы вашими слабостями. И если вы не пойдете не так, все пойдет не так, как он хотел, что-нибудь, кто-нибудь мог умереть. Вы правда думаете, что Крокетмен заботится о вас? Он заботится лишь о своих деньгах, если заботит лишь ваша покорность. Его заботит лишь ваша покорность. Во-во-во. Они правы. Вы все еще боитесь его, даже сейчас. Он вам не нужен. Он больше не сможет загрязнить этот город. И эти девушки сполна... И он за этих девушек получит сполна свое наказание. Браво. Молодцы, красавцы. О, браво, в натуре. Хорошо, очень хорошо. Мы оценили сантименты, мисс Снежка. Но это не может скрывать того факта, что обвинения не обоснованы. Схуяли. Шериф не имеет ни крупицы доказать связывающих меня с убийствами. Джорджи работал на тебя. Бигби получил признание, что... Признание, которое никто не слышал? Хотя я не юрист, но данное заявление имело бы больше веса, если бы Бигби не был единственным, с кем он разговаривал. Особенно учитывая прошлое, Бигби. Нахер, ладно? Мне задолбало твое дерьмо. Видишь, что я имею в виду? Бигби? Может он... Я имею в виду, как-то это неправильно. Теперь, когда мы собираемся все это делать? В смысле, конечно, все правильно. Он мучил вас ради своего выгоды. Джорджа убил. Так, я правильно понимаю? Хочешь сказать, что я ответственен за поступки Джорджа? Потому что он работал на меня в тот момент, да? Да, ты ответственен. Ну, судя по этой логике, мисс Снежка должна попасть под суд за убийство тра-ля-ля с тех пор, как вы работаете на нее. Ага. Он убил человека. Да ебаный в рот, убийство кого-то, кто пытается убить тебя, едва ли. Единственное, это были они. И тех, кто обравил этих уродов ко мне. Мы с Бигби обсудили его поведение той ночью. Мы разобрались с этим. Ну где же я был, чтобы это услышать? Как насчет того, что он обошелся с бедным тролля, когда он был в вашем... он был избит до полусмерти, под моим наблюдением. Здесь тебя судят, не пытайся поменять местами. Кроме того, когда это случилось, был мэром. Прямо перед тем, как ты его похитил. Это было для его защиты. Ах да, ты права, дорогая. Крейн был главным. Иногда сложно заметить разницу. Хватит. Значит, вы не будете отвечать за поведение вашего сотрудника, но я должен умереть за своего. Это совершенно другое. Мы все... Я не приказывал убивать тех двух девушек. Такого просто не было. Джорджи убил Фейтель Ли. Конец истории. Они хотят сделать меня козлом отпущения, но отказываются отвечать за свои преступления. Это неправильно. Да, хватит. Это не суть. Так, угомонитесь все. Мы здесь судим человека. Я имею в виду определенный уровень. Кому? Что? Так было всегда. О чем я и говорю. Мы укрепили этот поврежденный мир своими веревками. И с тех пор, кто из вас... Да и вас тут. Кто напомнил вашей жизни обещаниями о большем? Кто был с вами, когда они ничего делать не хотели, сидели в этой башне, судили вас, обходились с вами как пустоголовыми детьми, не управляли, не давали вам управлять своей судьбой? Без них, кто будет за квартплату вам платить, когда вы на грани банкротства? Кто посмел пойти против их жестокости, когда она отразилась на ваших дорогих горожанах? Кто защитит вас от большого страшного серого волка? Всякий случай подальше там, да? Привет, ГФ. Игра твоего детства? Чё? Она вышла год два назад. Или три. Какого детства, да о чём? Бигби, мисс Снежка.
Ариэль. Простите меня, дорогуша, я не хотел удостовериться, что получу шанс кое-что сказать. Почему бы тебе не воспользоваться моментом и сказать, что уйти, что это здесь делает? Я бы хотела... Я должна кое-что сказать. Мы тут... Конечно. Продолжай. Вероятно, ты не помнишь меня. Я не знаю, почему мне было страшно приходить сюда. Моя дорогая, заткнись. Ты годами держал нас в плену. Рассказывал нам свои истории о том, что мы потеряем все. Что если перейдем черту? И мы не сказали ни слова из этих дурацких ленточек. Подожди. Ты знаешь что? Теперь моя очередь говорить. Как ты? Я нашла тело Вивиан. Ты убил ее. Он? Вивиан покончил с собой. Еще в сладком десерте. Простите, я не думаю, Нариса. Нариса, меня зовут Нариса. Все хорошо, моя дорогая. Мы все лишь... Он приказал их убить. Этот пидорас. Фейт и Лили. Это ложь. Я была в проклятой комнате, когда он это сделал. Фейт и Лили виноваты из-за тебя. Ух ты, нихера себе. Единственный, кому я была не безразлична. Мертвы. Не волнуйся, он поплатится за это. Он заставил Джорджа сделать это. Это всегда был он. Джорджа никогда бы не сделал ничего без его указания. Никогда. Собираетесь поверить ей на слово? По крайней мере, еще 5 девушек подтвердят это. Мы все это слышали. Так теперь ты. Похоже, мы нашли доказательство. Она видела это все. Он виновен. Мне достаточно. Мне тоже. Так вот что, все верно, бросьте его в ведьмин колодец. Нет, это недостаточно для этого преступника, как он. Что ты имеешь в виду? Он должен заплатить за содеянное. Послушайте себя. Все крысы, пробегающие с одного тонущего корабля на другой. Вы так быстро хватаетесь за любую возможность спасти ваши жалкие жизни. Так вы хотите вознаградить меня за то, что я сделал для вас? А что ты ожидал здесь? Ты получишь то, что заслужил. Это лично сработано. Теперь для твоего наказания. Нам не стоит становиться убийцами. О чем ты говоришь? Он виновен, я знаю это, но мы не должны никого убивать. Мы можем посадить его в тюрьму, запереть навсегда, где он никому не сможет навредить. Как мы можем быть уверены в том, что он не сбежит? Я помогу, мы можем использовать магию. Этого недостаточно. Будет хуже, если он не остановить. Избавимся от него. Я не знаю, просто все слушайте. Как видите, мы не можем выбрать подходящее наказание. Я думаю, это ни к чему не приведет. Мы должны проголосовать, сделать это демократично. Ты правда думаешь, что это сработает? Он прав. Никто не сможет ни о чем договориться. Как насчет Биг Би? А что насчет него? Он при исполнении, он единственный официальный представитель на самом деле. Но он должен судить. Логично, если по мне. Наверное. Ладно. Ты уверен? Это то, чего люди хотят, мисс Снежка. Хорошо, мистер Волк. Решение за вами. Снежка, я просто делаю то, что считаешь правильным. Ух! Я тебя, сука, в колодец кину. Оторвать ему голову. Кинуть его в колодец. Слушайте, я решаю... Только не так. Воу! Это же нихера. Ты сейчас доиграешься, братан. Ты сейчас доиграешься. А, вот и ты. Я надеюсь, вы все запомните этот момент. Вам будет меня не хватать. Нет, не будет. За Лили и Фейт. Да, еще один из нас стерт из книг. Я бы мог ему, конечно, голову оторвать, но что-то подумал, нет. Пускай летит. Он так прям удачно держался.
Что, можно было просто руки отпустить и все. И до свидос. Я, не, я подальше от колодца стоял. Да, блядь, что за хуйня опять? Да вы издеваетесь. Да ну лол. Игра, ты опять зависла, ты серьезно? Дайте я поиграю. Эти субтитры, они... бесят. Чуть-чуть. Чё, при каком обновлении? Я не хочу, блядь, обновлять игру. Я хочу включить ее заново. Чё ты там обновляешь? Синхронизация? Какая, блядь, синхронизация? Чё там? Ща, ребят. Не знаю, это написано было, что такой баг есть. Что, типа, отсутствуют субтитры. Отсутствуют в некоторых местах просто варианты ответов. Нет. Причём здесь RG-механик? Steam-версия. Ачивки чё, не видишь? Просто кто-то перевода не умеет делать. Да, если бы я оторвал голову, многие на меня бы косо посмотрели, я бы точно не получил более-менее хороший финал. Русификатор просто говно. Но другого я что-то не увидел. Можешь продолжить. Где сохранение было? О! Скучные апартаменты Вудленда. Одним днем позже. Ну, видимо, финал уже. Все, Крокетмен готов. Осталось чуть-чуть дослушать, видимо, эпилог. О, привет, Шериф Бигби. Рад встретить. Я не знаю, помнишь ли ты меня? Я знаю, кто ты, Мухолов. Ты работал в Вудленде столько уже лет. Я думаю, я сбился со счета. Мухолов, неплохо. Будешь провожать? Мы отправляемся на ферму. Хотел бы дождать. Думаю. Я спущусь через минуту. Ладно, здорово. Это гребаная очередь. Это Ганс и Гретер, что ли? Я не пойму. Здорово, пацаны. О, мистер Волк. Мухолов оставил свои ключи. Все хорошо? Ты выглядишь... Мне жаль, шериф. Мне нужно с этим разобраться. Поговорим позже, окей? Занятой человек стало, да? Доброе утро, мисс Снежка. Ты опоздал. Мы кого-то новенького, кажется, нашли. Видимо, Мухолов добавился нам в книжку записи. Кто-нибудь тебя заметит, Колин. С пивасом свинья разгуливает по коридорам. Нихера себе, привет. Свинья с пивасом жить. Кричит Климан, да. Ты такая, да. Отвратительно стала. Чё там? Понятно. Этих забирают на ферму. Иду я, господи. Понятно, у нас есть только 5 минут. Тогда тащи меня ради всего святого, мне насрать. Ты забыл это. О, спасибо. Ну, это был... Я очень занят был. Доброе утро, шериф. Хороший гребаный день. Все, возьми это, ладно? Ну, извини за все. Я пытался помочь. Какого черта она должна отправлять меня, этого моего мальчика, на ферму, а? Ты обещал мне, что я получу еще шанс, но мисс Снежка сказала, что я все равно попаду на проклятую ферму. И сказала ей, что у меня есть деньги. Но она не хочет слушать этого. Подожди, шериф Бигби. У меня есть кое-что.
Знаешь, он плакал всю ночь, бедняга. Да, тебе же жалко, конечно, но... Можешь передать это мисс Снежке, пожалуйста. Папа говорит, что нет времени попрощаться, так что... Конечно. Я не могу взять всех жуков с собой, она сказала, что ей понравился один из лучших. Это листоед. Я уверен, что ей понравится. Им уже говорили, что как бы если они не купят чары, то их отправят на ферму. Я ему дал деньги. Он чары не купил. Проблема вся в этом. Нас сказал, что он красивый. Ссылка, да, болотная тварь. У Ти-Джея. Я слышал, что там живут огры, они иногда жрут людей. Боже. Нам нужно, правда, выезжать? Я не хочу. Нас больше нет. Мне жаль, Ти-Джей. Ну, взгляни на светлую сторону, хорошо? Там достаточно места, чтобы побегать. И рядом река. Так что можно плавать сколько угодно. Даже днем? Да. Тебе не придется беспокоиться о том, что простаки увидят тебя. Будет здорово. Да ладно, это будет не так плохо. Ты бывал там раньше? Не, я... Некоторым животным некомфортно в окружении волков. Так ты не знаешь, не так ли? Все готово. Прощайте, мистер Волк. Прощайте, Джей. Эй, Бигби! Где твой друг, Колин? Где ты, ебучая свинья? Не знаю, должно быть, сбежал. Чушь. Я не виноват. Я не при делах. Попрощался? Ариэль, привет. Переодел. Блять, господи, машина сквозь нее проехала. Что за хуйня происходит в этой игре после перезагрузки? Что? Хорош, так не делай. Привет. Привет. По-прежнему носишь эту вещь? О, да. Я думаю, что и да. Это нелегко забыть. Я знаю, что кажется, что я должна. Все в порядке, я понял. Послушай, я пришла сюда, потому что должна сказать тебе кое-что. Что же? Это о том, что случилось с Фейт и Лили. Я не знаю, с чего начать. Фейт, Лили и я. У нас был план. Мы собирались найти выход из положения. Покинуть клуб «Сладкий десерт» навсегда. Но тогда Фейт решила получить некоторые рычаги влияния. Она украла фотографии с Крейном и Лили вместе. Как только Фейт украла это то фото, у нас появился компромат на одного из союзников Крукетмена, если бы он узнал. У меня не было выбора, ты должен понять. Ты видел, как они... Что... Нариса, что ты сделала? Я была напугана, ясно? Я думала, если я приду и расскажу все Джорджу, то он скажет Крокетмену и нас оставит в покое. Мы забудем обо всем. Возможно, даже попробовать снова через пару лет. Ты что? Так что я рассказала ему, и все. И я молила о пощаде. Для всех нас. Я не хотела, чтобы кто-то умирал из-за фотографии. Значит, ты их сдала? Нет. Да. Джорджи пообещал, что утрясет ситуацию с Крокетменом. Но потом... Вот. Ой, простите. Случайно зацепил микрофон, извините. Спасибо. Не знаю, что произошло, но той ночью в клубе Джорджа вернулся и сказал, что теперь все изменится. Он хотел поставить нам в пример, он сказал, что мы его предали.
И пока мы двое сидели там, когда он рассказывал мне это, вошла Фейт. И я должна была смотреть, пока Джорджи... Подожди, так это Джорджи сказал тебе, что... Не Крокетмен? Ну, колодцы ты говорила? Я знаю, что я сказала. Ах, она суча. Понял, да? Она напиздила там. Это не было правды, не так ли? Какое это имеет значение? Я знаю, что это сделал Крокетмен. Понятно. Я считаю, что сделано, то сделано. Я знаю, что он приказал их убить. Я не хотел дать ему выйти сухим из воды из-за этой глупой формальности. Особенно после... Той ночью, после того, как Фейт... Я пытался предупредить Лили, но ее не было в назначенном месте. Поэтому я сделала единственное, что могла. Я оставила голову Фейт на ступеньках. Ебать, ты чё, серьезно? Ты? Так тот кусок ткани, что я нашел неподалеку, он принадлежал тебе? Да. Я порезал себе ногу, пытаясь перелезть через забор. Так ты... Ты все это начала? Я просто указал тебе правильное направление. Люди всегда забывают таких вроде меня. Крокетмен рассчитывал на это. Когда мы страдаем, мы делаем это молча. И весь мир это устраивает. Мы просто растворяемся, как будто нас никогда и не было. И не могла смотреть на то, что происходит с Фейт. И Лили. Лили. Всем наплевать. Все будет теперь по-другому, обещаю. Больше такого не произойдет. Не пока я рядом. Ты все исправишь, ты и Снежка. Я не знаю. Похоже, что бы я ни делал, этого недостаточно для нее или для других. Я просто не могу победить этих людей. Я знаю, каково это. Они нуждаются в тебе, Бигби. Вас обоих. Вы двое хорошая команда. Вы приглядываете друг за другом. Я иду и делаю свою работу, рискую жизнью, пытаюсь стать значимым для них. Я делаю то, что должен делать для них. Но в конце дня я по-прежнему плохой парень. Я знаю, но они изменят свое мнение. Вот увидишь. После всего, что ты сделал для нас. Может быть, они не хотят признавать, но без тебя этого не произошло. Ты слушал, когда никто не стал. Ты защитил друга, несмотря на последствия. И ты принес справедливость в этом город, наконец-то. Потому что ты привел Крокетмена, и все увидели, кем он был на самом деле. Исходя из моих соображений, ты поступил правильно. Ты получил эту работу не просто так. Плевать. Не имеет значения то, что я делаю. В конце концов, всегда случится какая-нибудь херня. Ты ошибаешься. Ты изменил это место к лучшему или худшему. Фейблтаун изменится благодаря тебе. Ты не такой страшный, как все говорят. Что-то... Че? Опять эта фраза. Я должна сказать тебе кое-что. Я должна сказать тебе кое-что. Такое чувство, как будто мы пересекались раньше. Я пытался направить тебя. Тебе нравится моя? Нравится? Вера носила такую же. Скрывает ее красота, что может покинуть ее королевство. Они называли меня русалочкой. Доктор Свиное Сердце заложил мне что-то о Фейт. Он сказал, что хочет провести несколько тестов. Я надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Мы еще увидимся, волк. Ну...
взвешивая это все, что сейчас произошло, такое ощущение, что это фейт была. Ну, вообще непонятно. Кто тогда вначале умер? Те же слова. Просто те же слова. Да, вот я подумал сейчас об этом, что, может быть, первый труп был Ариэль. И это конец, ребята, это конец игры. Они вот так на полуслове просто оборвали. Ядрить просто. Просто ядрить. Это охерительная игра, на самом деле. Исходя еще из выборов, из всех, которые я сделал. Ну, я, конечно, вел себя очень отвратительно. Я не жалею. Жалею, конечно. Нет, не жалею, ладно. Я мог бы ему голову оторвать, но да ладно. Продолжение будет? Не ко мне вопрос, к Telltale. Терпеть не могу, когда так делают. Да. На полуслове. Иллюзия выбора в Telltale, да. Вначале была иллюзия выбора. Когда я оставил Белоснежку в офисе, а она все равно приехала. Иллюзия выбора. Вроде бы оставил, но нихера. С таким же расчетом можно было просто взять ее с собой и все. И ничего бы не изменилось. Максимум пару строк бы поменялось в начале диалогов. Но все равно мне понравилось. Я думаю, конечно, будет, скорее всего, продолжение, но я бы не стал. Я бы не стал. Потому что есть как бы комикс, пожалуйста, комикс можно почитать. Но, блин, ну, чё, какое продолжение будет той игры? Они скажут, что это все, это была Ариэль, да? Все, все, да. Ой, не Ариэль была, а Фейт. И все. Кстати, может, не в чарах дело. Потому что шкура у нее была, которая позволяет делать ее некрасивой, типа. Получить графическую на... Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Продолжение истории, получите графическую новеллу сегодня. То есть, продолжение есть, вот оно, в комиксе. Вот так вот хитро. Хороший способ заставить купить комикс. Вообще не проблема. Ну, я так-то многих не нашел. Много зацепок. Так, раз, два, три, четыре. Ну, если второй раз проходить, то можно, наверное, все остальное найти. Хотя, может быть, и нет. Не знаю. Ну, мне игра, в общем, понравилась. Я не знаю, как вам, но... Отношения развивались у Волка и Снежки. А вот это ты выяснишь сама. Потому что ты начала играть. Вот ты и попробуй развить эту сюжетную линию. А потом мне скажешь, можно или нет. Я такой хитрый. Сам не хочу. 4 из 5. Наверное, да. Ну, больше, чем 4. Ну, не 5 прям. Ну, не 5. Иллюзия выбора все-таки. Ну, не люблю это. Я иду к этому, но она мне не доверяет. Не торопись. Нужно постепенно. Поставила бы игре 5, если бы не концовка. Оверхайп был. Не знаю. Не слышал. Ой. Горло устало. Очень сильно устало. Много чтива. Много. Но с этой игрой мы закончили. И, может быть, когда-нибудь
пройду второй раз, когда-нибудь, может быть, не знаю, на другую концовку какую-нибудь, или просто... Ну а что, по сути, могло бы измениться здесь в итоге? Ну, я не знаю, наложили бы на Крокетмена магию какую-нибудь, и все. И это максимум было бы изменение. И Тодда все равно бы забрали бы наверняка. Колин так и остался бы здесь. Не знаю. Ну, Снежка меня, может, боялась из-за чего-нибудь. Из-за того, что я, допустим, голову ему оторвал. И остальные люди тоже. Ну и все. Это максимум, что могло бы измениться в итоге. Ну, как по мне, по крайней мере. Я не знаю, как на самом деле, но мне кажется, так и есть. Или так было бы. В общем, мне было классно, мне было прикольно. Я рад, что поиграл в игру. Но, к сожалению, она закончилась, как и этот, скорее всего, стрим. Чё дальше? У нас дальше, по-моему, охотники за привидениями должны на очереди быть. И как бы завтра вечером, я думаю, начнем их. Смотрим, что это за игра. Я ее давно купил, но так и до сих пор не поиграл. Это как-то странно. В кого? В НКИ? В кого? Я бы Бэтмена поиграл бы, на самом деле, но... Для себя. Я думаю, в конце толпа могла тебя обвинить. Да. Я свел это, да нет. Они начали что-то на меня там предъявлять. Ну, вроде бы я все свел это на нет, потому что как бы не меня судили. Судили Крокетмена. Так что пошел бы он в жопу. Что какая? Охотники за привидениями, да... Видеогейм. The Video Game. Вот. Эта игра будет завтра, так что... Ну, возможно, еще завтра кое-что будет, но это уже будет как бы вне стрима. Чё? Чё сейчас сказал? Я залип, что-то начал какую-то херню нести. Короче, нам стали доступны плейлисты, водкасты. Стримером я имею в виду. И... Господи, как громко. И как бы... Я начал сегодня крутить кукловода на PS3. Первую часть посмотрели уже. Завтра, возможно, вторую, третью включу. Так что, если вам интересно будет, я... Просто трансляция будет идти. Меня, может быть, не будет, конечно, там. Ну, как бы чат работает, люди там заходят, общаются. Так что вот, если интересно, заходите. Вот, а на сим, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. На канал подписывайтесь, в группу вступайте. Завтра ждите охотников за привидениями в видеогейм. И увидимся с вами. Всем спокойной ночи, кому-то удачного дня. И как бы поеду вам. Когда не игровой стрим, я хотел его вчера устроить, но я проснулся очень поздно, поэтому я забил. Вот, все, всем покедово, горло болит, все.